Хариум, здравствуйте, Индия, Девпрая. Так, уже не утро, уже часов 10. Я вот чай, сегодня долго, вчера поздно лег спать, и вот чай сейчас готовлю. Ой. Дрова уже кто-то подмел, побольше было дров таких, получше выбрали. Были с утра здесь, сидели сегодня там, проводили пуджу эти любители подхватить, и причем же аккуратненько сложены были. Это сейчас я разбросал. Все, место для костра. Ну. Я иду молока купить. Хочу чай масала сделать. Надо дальше проходить. Здесь нету обезьяны. Немножко ушли побольше, а вот они там шалят на деревьях. Вода уходит. Это у нас сегодня пятница, по-моему. В таких бетонах молоко с утра возят, продают. Местные уже знают, во сколько и где. Я уже проспал, я знал, где в 7:30 продают. Ну, уже 8 часов. Показывает 22 число. Можно здесь взять, но здесь оно такое пастеризованное, я не хочу, хочу взять нормального. Это дорога вот на Ришикеш и Рудапраях туда. Здесь автобусы, я буду садиться на Ришикеш вот здесь. Когда буду ехать. Ну вот, я пришел сейчас. Все, молока купил, булочки взял, хотелось мне булочки. Еще сахара взял, 0,5 килограмма, 20 рупий. Было утомило, когда вода, там продукты, часть продуктов все-таки ж вместе с посудой ушло. Ох, шумные школьники, да? Коровы все равно проходят. Ну вот нельзя оставить вещи, потому что коровы, они уже там как-то раньше, по-моему, было. График у них был какой-то, а сейчас приходят, когда хотят. Как-то не очень хочется, чтобы в келье там наделали порядков. Вот у нас уже самосы вот делают ближе к нам. Это буквально второй день. Открылись.
Вот здесь заряжаю, вот берет меня. А вот эти, что все проходил, все. Нет. А вот он, кстати, вот. Вот новый баба у нас. О. Не знаю, что они или дерево на двоих делять, это что было, или как, даже не знаю. Ну, потому что вчера баба, что сосед сидел в теле целый день, а этот, что в черном, он когда позавчера они пришли, то он возле дерева. Ну вот корова, я говорю, это чтобы было как-то от коров закрыть. Обезьяны, что такое обезьян, сразу гоняют каждый, только обезьяны, они их сразу раз и отправляют. И вот еще один, вот я его по Ришикешу помню, что в Ришикеше видел, вот спиной сидит. Все, я пришел. Вот, говорю, утро, а коровы уже вот. Вот уже ходит, обход делает. А я вот сейчас буду готовить чай. Вот еще колдут, я говорю, это уже второй день. Второй день такие штуки на этом. Или другие, или те же, вот я даже не скажу. Не вижу. Ну вот так, такое всякие делают с этого. И потом такое дерево будет с этого. Ну я видел, ну вот не они там другие будут день сидеть, там костер жгут, формы делают, там мантры поют. Такое потом поджигают, будет вот с этого будет такое, как дерево в конце. Так. Надо готовить чай. Ну вот, пример, да? Вытащила уже с кельи, там что-то было, вот видать, что вылила, потому что вот видать, что или вода была, или что еще. И вот так, ну вот. Кажется, что там, ну, почему говорю, хорошо бы закрыть было, но я уже и так смотрел, не вижу возможности. Футбол играет. Вот это, что спиной сидит, я по Ришикешу его помню. Так, а я вчера что? Я вчера вот купил, потому что мне салат делать, даже той чай перелить, но все-таки мало кастрюльки. Вот за 90 рупий я вот такую купил. Ай, открывайся. Не могу одной рукой открыть. Ну, короче, где-то сколько там, литр, полтора, литр. И вчера по дрова ходил, искал вот такую. Нашел, причем новенькая еще, с ценой 130 рупий. А, и на стакан разжился. Вот, пока вот такой. Ну, стекло мне, в принципе, как чай пить, хорошо нравится. Что понемножку обживаюсь. Лезет в вагоне все, что я. Так, что ты, молоко будешь? Ты ж не будешь молоко. Ну, where are you from? Ukraine. Ukraine. Yes. Spain. Are you from? Spain. Ah, in Spain. Nice. It's Spain.
Испания, I'm Santiago de Compostela. Oh, driver. Right. 2 years before. Me is better. Yeah. Гарантов. Ложку. Ладно, заберу. На. Тогда сожгу. Нет. Ты, ну куда ты пакет? Нет. А вот то, что я говорил, что он не проводит там ритуал. Ну причем вот второй день. Вчера они какую-то часть провели, а сегодня уже вторая часть. Посмотрел, те же люди, только они, ну, поменяли. Они вчера были немножко в другом месте, в другой келье, вернее. И вот так. Вот такое. Здесь это каптакра. Каптакра. Ну, коли смеется, улыбается, а я скажу, мне на торт похоже. Или мне сладкого хочется. Ну да, ты такие... У меня сестра любительница печь всякие такие кондитерку, то... Часто я наблюдал, вот когда с Индии приезжаю, то я ей всегда привожу, этот ром привожу, что она его во всякие свои кондитерские добавляет. Для ее мужа отдельно привожу, для нее отдельно, когда возвращался. Ведро так хорошо подводный был бы. Так, все, надо идти сторожить, невозможно. Вот ходят, это капец. Малая вообще такая наглая. Так, будет ролик с караулами. Сегодня на сегодня. Пойду я чай пить, я вот говорю, сел, отошел уже сюда, то я так вот, палка, чтобы отгонять, пепельница и чай.